Как дела, народ? Итак, мы опять здесь, в Риге, на четвертом этапе Drift Masters. Тренировки начинаются прямо сейчас. Первая тачка выезжает на трек. Ага, возвращаемся в Ригу на четвертый этап Drift Masters. Я счастлив сюда вернуться. Это, наверное, мой самый любимый... Нет, Мандела и этот. Мои любимые треки и гонки года. Так что, похоже, у нас будет прекрасная погода в эти выходные. У нас огромное количество участников. За победу будут сражаться больше 60 машин. И многие очень хотят добиться победы, в том числе и я. Это здорово. Наша тачка опять выглядит очень классно. Кое-где перетянули пленку, привели в порядок бодикит, свежий передний бампер, N-Spec. Его обклеивали в Ирландии, закинули в самолет и отправили сюда еще до нашего приезда. А еще мы привезли большую турбину BorgWarner GFR9180 с центральным ядром из сплава, который делает турбину чуть легче, чем турбина, которую мы юзаем на Еврофайтере. До этого на тачке мы использовали 9274, которая была чуть меньше сзади и чуть больше спереди. Она давала очень хороший отклик и мощность на низах, но для этого трека нужна мощность в высоких оборотах под полным газом. Так что мы поменяли размер турбины, хорошенько прогнали этот конфиг на диностенде и вышли на 1000 лошадиных сил. Вот можете глянуть видосик с диностенда, так что я очень и очень рад. Вы же слышали, как круто она звучит. Я уже жду с нетерпением проехаться на тачке. Что еще мы поменяли? Ну, всякая мелочевка. Мы также провели некоторые превентивные замены, вроде нового главного цилиндра сцепления. У нас по нему были небольшие проблемы в прошлый раз, так что теперь у нас совершенно новая система сцепления в тачке, и я теперь в ней на 100% уверен на весь этап. Да, она хорошо подготовлена. Итак, начинаются наши тренировки где-то через час. Сейчас проводим финальные проверки машины, и уже хочется выехать на трек. Сегодня у нас две сессии тренировок, и вечером едем квалификацию, так что день на треке у нас будет долгим. Мы вообще-то сегодня с 9 утра тут на треке, а квалификация закончится точно после 9 вечера. Это будет длиннющий день на треке для всех участников. И, как я уже говорил, очень много этих самых участников. Это будет круто! Что там стряслось, Майки? Чё? Что случилось? Отказ заднего бампера? Да. Стяжки не справились. Слишком быстрая езда? Ага. Итак, только что закончил тренировки. Огромное количество участников, как я уже говорил сегодня. И всего удалось проехать 5 заездов в общем. Не так, чтобы много перед квалификацией. А там еще есть некоторые изменения по покрытию на треке по сравнению с прошлыми годами. Дополнительно положили метр покрытия на первой внешней зоне в первом повороте. И это считается выездом за пределы трассы, так как зона осталась на своем месте чуть внутри. Но вот контрольные точки для езды у пилотов слегка поменялись. И, как всегда, эта трасса в Риге, думаю, все согласятся, заставляет сильно напрячься, чтобы проехать ее правильно. Так что мы стараемся изо всех сил. Вышло 2-3 хороших проезда, но все равно нужно прикладывать усилия для прохождения трека. Хотелось бы попробовать что-то поменять по конфигу тачки, но на квалификацию мы разве что немного изменим настройки. Чуть расслабим тачку, чтобы она легче ехала, и, надеюсь, это сработает там, где нужно. А мы хорошо и красиво навалим
молим для всех, кто пришел посмотреть. Сегодня только день квалификации, а там уже несколько тысяч людей сидит. Очень круто наблюдать, сколько людей приходит на эту гонку в этом году, а на завтра все места распроданы, полностью все будет забито. Машина едет хорошо, мне нравится эта дополнительная мощность и, в общем, никаких проблем. Итак, мы только что закончили день квалификации. Я квалифицировался 7-м за первый заезд, 88, и, кажется, 93 за мой второй проезд. И вот так я слегка разочарован. Я допустил несколько ошибок в первом повороте. Основная история, что у машины оказалось чуть больше зацепа, чем надо. Как только я вытаскивал всю мощность, меня выбрасывало за пределы клиппинг-зоны. Такого раньше я не испытывал здесь в Риге раньше. Ну вот, выходит, что сегодня я не смог поймать нужный ритм работы, но мы проведем некоторые изменения по конфигу тачки на завтра, что позволит упростить работу с машины по правильному заполнению зон, при этом сохраняя хорошую скорость машины. Но в общем... я доволен, достаточно доволен, но знаю, что могу проехать лучше, потому что на этом треке я обычно себя чувствую очень уверенно, но сегодня я просто не смог. Ну, знаете, не смог быть собой на 100%. Это еще и явно был очень долгий день, но при этом некоторые пилоты выдали просто невероятные проезды. Петр затащил 99, Джек взял 98, невероятные баллы под конец квалы, но знаете... Ну, бывают иногда такие дни, но мы точно вернемся более сильными. Завтра новый день, теперь надо хорошенько выспаться и посмотрим, как дела пойдут завтра. Это все по-любому к лучшему. Окей, мы только что завершили тренировки тут в Риге в основной день соревнований, и знаете, я чувствую себя более счастливым, чем вчера. По тачке мы сделали некоторые изменения в конфиге. Вчера машина была достаточно мягкой, потому что понятно, что мы старались быть быстрыми и так подготовиться к парным заездам, но этот трек такой быстрый, такой агрессивный, с множеством мелких выбоин, и получилось, что машина слишком мягкая, что уменьшало стабильность езды. Теперь мне намного более комфортно ехать, в принципе. У нас вышла очень жесткая подвеска, но на жопе остались мягкие пружины, и при этом мы снизили давление в покрышках, чтобы, ну, знаете, зацеп отрабатывать давлением в покрышках, а не только настройками шасси. Таким образом, у нас тачка теперь намного проще рулится, особенно в первом повороте. Я сделал несколько хороших проездов лидером сегодня утром, раз или два преследователем проехал. Не идеально, но это Рига. Очень требовательный этап, безумно требовательный трек, обалденная конкуренция, огромная толпа сегодня. Но да, выкладываться будем по полной и надеемся, что все сработает. Посмотрим.
Окей, мы только что прошли в топ-8, и это была жесткая заруба. Хорошо проехал лидером, но не идеально, слегка вывалился, не был настолько широко в первом повороте, как хотелось бы, но заезд все равно вышел хорошим. По концовке у меня получилось меньше ошибок, а потом то же самое в заезде преследователем, и вот так по сумме у меня меньше ошибок в общем по битве, соответственно, победа и проход топ-8. Теперь в топ-8 поедем против Юхи Ринтонена, и это будет хорошая битва, у него очень быстрая машина, мы готовы ехать и готовы показать наилучший результат. Надеюсь, получится поехать чище и показать хороший проезд. На это и надеемся. Удачи, чувак! Ага, спасибо. Победили! Проходим в топ-4, и тут дела обретают совершенно безумный оборот. Я просто наблюдаю за другими битвами у себя на телефоне. Кавия заработал one more time с Нильсеном. Я просто ошеломлен этими двумя норвежцами. Они едут очень жестко. Это была невероятная битва, и вот они едут one more time. Это очень круто, и похоже... Лучший день в жизни Нильсена. Очень приятно видеть, как пилоты прогрессируют и переходят на следующий уровень. Все это невероятно. А мне, собственно, предстоит ехать с победителем этой пары. Это точно будет кто-то с Норвегии. А вот похоже, что Конор тоже уже заскочил в топ-4. Получается, еще Петр, я и один из норвежцев. Безумный день, и я очень рад, что получилось зайти так далеко, это точно. Давайте посмотрим, как пройдет топ-4. Я тебя вижу. Какой у тебя там угол обзора выставлен? Моя карточка почти забита, а я хз, какой угол? Я просто нажимаю на эту кнопку, идет запись. На самом деле то же самое, мне все это настраивают. Итак, о боже, я аж трясусь. Хорошо, что в этих камерах классная стабилизация. Мы в финале с Петей, очень рад, но
Мне совершенно все равно, что произойдет дальше. Просто не могу поверить, что я в финале. Я себя чувствовал не самым уверенным образом сегодня. Ой, ну мне можешь не рассказывать. Ты вообще обратил внимание, как изменился зацеп за день? Да, каждый следующий заезд проходит по-другому. Так сложно заходить в первый поворот, но уверенным. Как только справился с первым поворотом, остальное уже выходит нормально. Но если налажал в первом повороте, дальше... Да и вообще, весь трек хитрый, что пипец. Рига такая классная и такая ужасная. Она офигенная в плане зрителей, атмосферы, эмоций. Да, обожаю это место, особенно когда получаются заезды. Но также тут настолько требовательный трек. А вообще, давай наслаждаться моментом. Удачи. Спасибо. Окей. Итак, машина осталась целой. Мы сейчас вернулись с подиума, и второе место. Несколько царапин и вмятин, но ничего серьезного. Второе место сразу за Петром. Я сейчас совершенно обессилен, но я очень счастлив. Мне показалось, что мы смогли показать великолепную финальную битву. Я давил изо всех сил, старался держаться как можно ближе, но он безумно быстрый, и я старался ехать по заданию и давить его, что невероятно сложно. Как я уже говорил, весь уикенд мне давался тяжело, но по продвижению по гонке становилось все более и более комфортно. К топ-4 я наконец-то почувствовал себя в своей тарелке, и все стало получаться. Тут, конечно, невероятная поддержка от зрителей и фанатов весь уикенд. Уже полтора часа как кончилась гонка, а здесь все еще так много людей тусуются, фоткаются, общаются все со всеми, и это великолепно. Что по мне? Я выжат как лимон, но мы на один шаг ближе. Выходит, что у нас есть второе, третье, четвертое и пятое места в этом году. И надеюсь, до конца года еще оформим победу. Где-то у нас на это еще два этапа. Попробуем это сделать. Возвращаемся в Ирландию на следующей неделе. Перегрузимся, сфокусируемся и подготовимся к Германии. Всем спасибо за поддержку в любых наших приключениях. Непростые времена, но мы сильно стараемся. Однако все равно, все классно. До встречи на следующем видео!
Эй, народ, надеюсь, вам понравилось видео из Риги. Очень круто вернуться опять на подиум. Хочу вам сделать быструю напоминалку. Кто еще не слышал, мы вместе с Falcon проводим розыгрыш у меня в Инстаграме. Зацените его, если хотите выиграть набор покрышек от Falcon. Также мы проводим розыгрыш и на Фейсбуке. Два полных комплекта покрышек будут разыграны. Один в Инстаграме, второй в Фейсбуке. Так что заглядывайте на мои страницы, там и там находите розыгрыши. И да, жду с нетерпением победителей. Классные покрышки. Желаю всем удачи. И до следующего видео, ребята. Берегите себя.